надо забивать голы. Без голов нельзя выиграть, поэтому максимум можно ничью сыграть. Поэтому это основное, наверное. Не забили, а не смогли забить. Это, может, им повезло с первым голом. Рикошет, но как бы любой гол считается, поэтому надо больше забивать голов. Домашний чемпионат мира, болельщики гонят, то есть надо было немножко успокоиться, почувствовать игру, где-то в пас играть. Там. Сначала попроще, сначала там долго сидели, пока там открытие было. Вот. Ну, в общем, спасибо всем, что поддерживали нас. Да, я думаю, мы просто где-то не уследили за ними. Было очень много контратак со стороны чехов. Мы это знали, но где-то не углядели и получили голы из-за этого. Игра, турнир продолжается. Следующая игра будет совсем другая, будет совсем другой настрой, совсем будет все по-другому. Надо главное учесть те ошибки, которые мы сегодня совершили. Спасибо. Естественно, я думаю, она отталкивается от лучших моментов, каких-то задумок, которые как раз были в этих отрезках во втором периоде. Надо лучшее, наверное, оставить, а худшее доработать. Конечно, сейчас, наверное, тренера посмотрят игру, посмотрят наши ошибки и будем исправлять по ходу. Да, было много моментов, не реализовали, и плюс много удалялись, допустили несколько ошибок в своей зоне, поэтому такой результат, но я думаю, могли сыграть не 0-3. В любом случае будем разбираться, по-любому надо сделать анализ и проработать нюансы, сделать работу над ошибками. Я думаю, в следующем матче мы будем лучше.